традиционно в четвертую субботу месяца, в этом году это 27 апреля, в поликлинике республиканского онкодиспансера пройдет день открытых дверей для мужчин. Раз в месяц пациенты могут без специального направления получить консультацию онкологов, пройти необходимую диагностику и узнать о методах профилактики рака. Прием пройдет в поликлинике по улице Гладкова, 31, с 8 до 13 часов. Записаться можно уже сейчас через электронную регистратуру. Отправляясь на прием, не забудьте страховой, медицинский полис и паспорт.